Вообще разницы нет. Самое главное, чтобы мы были с пониманием, жили вместе. Дай Аллах нам всего хорошего. Аминь. Спасибо вам большое. Давайте продолжим нашими азербайджанскими друзьями. Братья, меня зовут Хикмет. Я хотел бы по этой ситуации сказать, что сегодня в Фейсбуке и вообще в этой ситуации там азербайджанцы очень спокойно. Ситуация такая. Идет такая провокация. Мы, азербайджанцы, чеченцы, никогда не были врагами друг друга. Мы всегда знали своих врагов. Там никогда не было имя чеченца. Мы жили в одном кавказском доме, и мы знаем своих и исторических врагов, и нынешних врагов. Там нету среди от азербайджанцев нету чеченского народа, и чеченского народа нет азербайджанского.